Так, это у нас шампиньоны, очень похожи. Только посмотри на эти грибочки. Главное, чтобы наша мать разбиралась, то, что он сейчас не поганок наберет, а реально что-то съедобное. И как раз ягодки. Это охренеть какой сейчас фейл. Ты что, дурочка? Я сейчас помогу ему с уроками, потому что у меня есть на это время. А на сказку времени не будет. Чпоньк. Всем привет, дорогие друзья. С вами ваш Дакстер. И добро пожаловать в вторую серию прохождения игрушки, которая называется My Child Lebensborn. Огромное вам спасибо за актив под первым видосиком. И мы, соответственно, стартуем уже вторую серию, нажимая кнопочку «Продолжить». И это у нас, насколько я помню, третий игровой именно день. А вот и я. Доброе утро, говорит нам наш Клаус. Окей, но, кстати, как ты можешь видеть, у него все не очень хорошо. Он хочет кушать, ему нужно помыться. Благо, он выспался. Окей. Ой, мне же во вторник в школу. И, кстати, как мы с тобой рассуждали в предыдущей серии, не ясно пока что, как он относится к школе, но вот, возможно, сейчас свое отношение к этому всему и выскажет. Как ты, волнуешься? Верно, ты готов? Да, у тебя все получится. Да, у тебя все получится. Надеюсь, конечно. Так, нужно идти есть. Нужно идти есть, срочно завтракать. У нас 4 ложки каши есть. Жует еще, пусть пожует. Добавочки ты у нас любишь. Может, попробуем что-то еще? Как думаешь? Зажрался, все, кашу он уже не хочет есть, давай ему бутерброд с сыром. Мы часто едим это блюдо, но хотелось бы чего-нибудь горячего. Так, а каша горячая, в смысле, холодный бутерброд вон. Мне тоже, скоро я подыщу работу, тогда еда будет поразнообразней. А, чтобы сытно кушать, сначала нужно найти работу, я как раз в поисках. Не волнуйся, я получу чудесную работу, и мы с тобой накупим кучу вкусняды. Вот, третий вариант идеальный. Правда? Здорово. Конечно. Поиск работы, вы можете откликнуться на доступные вакансии, зайдите в кабинет, изучите газету. Окей, так, ты пока что тут, наверное, еще нужно себе кашу навернуть. И все это одним бутербродиком вот так вот заполировать. Хотя мы не знаем, сколько дает бутерброд, возможно, он восполняет очень много хп. Так что пока что не будем его есть. Идем в кабинет искать работу, ты пока что там ешь, а мы с тобой здесь, соответственно, читаем газету. У нас что-то про корабль здесь. Требуются работники на старую фабрику. Предлагаем стабильную работу с понедельника по субботу. Ни хрена себе, а кто у нас будет нашего Клауса мыть, одевать и все такое? Хотя по факту он только завтракает, мы можем его пораньше подымать. А, так, лол, он в школу пойдет, конечно. Его там в школе все и будут, соответственно, обувать. Нажмите, чтобы написать. Меня заинтересовало ваше объявление о найме работников на фабрику. Я очень трудолюбивый человек, который будет рад стабильной работе. Прошу рассмотреть мою кандидатуру. Отправить письмо. Ничего, не представились, кто мы, что мы, какой возраст, какой опыт. Все, я очень хороший человек, берите меня на работу. Так, резюме писать не надо. Окей, так, что-то там перекусил. Раз сегодня воскресенье, может, сходим в лес? Погулять, почему нет, тем более хорошая погода. Еду ведь не обязательно покупать, ее можно отыскать. Ой, да ты гений, то есть мы сейчас наберем всяких мухоморов, там этих... поганочек, сделаем супчик, и будет очень даже весело. Тем более, в воскресенье все магазины закрыты. Ну вот, по поводу грибов не знаю, я уже говорил, что я не любитель грибов. Сейчас все любители грибов, пожалуйста, не хейте себя, не ставьте дизлайки. А вот ставьте как раз-таки лайки и пишите комментарии, мне будет очень приятно. И данные действия помогают развитию видосика. Что же касается грибов, ну, мне не заходит. Бывает такое, что человек в определенном возрасте, так скажем, щелкает у себя в голове и такой до этого просто ненавидел что-то, а потом, блин, дайте мне побольше еще добавки. Возможно, у меня этот процесс произойдет, пока что мне не нравится ни вкус, ни текстуры, ни запах, вот. Но нашему этому Клаусу, возможно, какой-нибудь белый благородный гриб, не червивый. Хотя, кстати, даже если говорят грибы червивые, это наоборот хорошо, значит, что они без всяких там ядов, пестицидов и так далее. Ну, сейчас посмотрим, как бы с другой стороны можно набрать всякой малинки, каких-нибудь там лесных ягод. Улица, открыта новая местность, лес и озеро, тем более еще и рядом озеро, можно наловить рыбы, приготовить, гениально, все. У нас отличная с тобой местность, нам повезло с местом, где мы живем, соответственно, выходим на улицу и идем вот сюда, в лесок, а потом, может быть, и до озера прогуляемся. Лес, собирайте еду, цветы, сосновые шишки. Из них мы будем, наверное, варенье делать, не знаю. И даже постройте снеговика за 1 единицу времени. Ну, мне кажется, сейчас не особо сезон, чтобы строить снеговика. Дикие животные очень редко появляются. Нажатие, чтобы их накормить, не требует 1 единицы времени. Хорошо. Дикое животное мы можем также взять, чтобы потом накормить нас. Грибочки. Так, это у нас шампиньоны, очень похожи. Только посмотри на эти грибочки. Главное, чтобы наша мать разбиралась, то, что он сейчас не поганок наберет, а реально что-то съедобное. И как раз ягодки. Ну, все мы, конечно же, испачкались. Как много черники.
И вон шишка. Отлично. Ура, грибочки. Ну и шишечку тоже с собой возьмем. Все, отлично, залутались, только так. Сосновая шишка? Да, именно она. Вы получили новые материалы для создания. Тут у нас есть крафт, серьезно. А на озеро можем сходить? Не можем. Можем. Бросая камни, нажмите на камни, чтобы бросить через воду. Это не стоит каких-либо единиц. А зачем нам это делать? Просто по приколу, чтобы он поигрался. Так, Ага. Оп. Вплеск. Точнее, всплеск. Так, я хочу несколько блинчиков. Да в смысле? Ой-ой. Раз, два. Может, посильней? Не, он просто их кидает. О, нет. Вот, прыг. Вот туда вот надо. Я понял, все, вот так вот. Смотри, оп. Это было хорошо. Во, блинчики научились пускать. Оп. Все, нормально, идеально. Ага. Но здесь, как ты видишь, никаких ни грибов, ни ягод, к сожалению, нет. Поэтому, наверное, нужно возвращаться домой. И звездец, весь день пробыли в лесу. Мы и грязные, и есть хотим. Давай начнем с еды. Хотя потом мыться. Не, давай вначале помоемся, чтобы ничего не это... загвоздать. Во-первых, нужно умыться, во-вторых, нужно переодеться. Переодеваемся мы, получается, в нашей комнате в шкафу. Отлично. И уже зеваем. Не-не-не-не, в смысле, надо еще поесть. Надо еще поесть, иначе мы откинемся. Так, садимся. Где здесь что-то... Хотя, по сути, еду мы можем с тобой приготовить, пока что он будет спать. Сейчас мы ему даем бутербродик. Ну, восполняет он примерно где-то, наверное, 1/4. Всего этого. Все, ням, поели, нормально. Конечно, он еще не сыт, как ты видишь. Но это лучше, чем у нас было. И нужно помыться. Я понимаю, что ты уже задолбался и хочешь спать, но как бы сам выбрал столь насыщенный день. Ни хрена себе. Так, моемся. Че? А, он уже сейчас не моется, потому что наступил вечер, серьезно? А все, я больше не могу ничего делать, прикол. Значит, весь следующий вечер мы с тобой посвящаем тому, что... моемся, едим, я там готовлю еду, хотя, может быть, и сейчас можем что-то приготовить. Все, он уже задолбался. Слушай, я тут рисовал и кое-что придумал. Я тоже могу зарабатывать деньги. Буду продавать свои рисунки. Гениальный бизнес-план, давай. Отличная идея, будем работать вместе как команда. Тебе не стоит переживать, обеспечивать нас моя обязанность. Малыш такой милый, не надо ничего продавать, просто будь умницей. Ну это прям ути-пути. Я, опять же, не понимаю, какой у него возраст. Судя по тому, что... он, как бы, хочет, чтобы его кормили с ложечки, как бы, ему сейчас сказать, что, типа, давай, чел, тоже работай, мать одна, всю семью тянуть не может, возможно, будет какой-то шок. Если же он такой, я мужчина в доме, как бы, нужно маме помогать, то самое время ему сказать, что будем работать вместе, как... тем более, он это как бы сам предложил, это не была наша инициатива, поэтому, да, будем работать вместе, как команда. Да, точно, будем помогать друг дружке, конечно. А, было бы здорово послушать сказку на ночь. Есть время почитать? Конечно. А я не могу выбрать. Нет, может, завтра получится, тебе давно пора спать, уже слишком поздно, Клаус. Уже слишком поздно, ты устал, сегодня без сказочек. Ну, тогда ладно, спокойной ночи. Но такое ощущение, что он расстроился. Хотя книжечку я бы, на самом деле, почитал. Давай посмотрим, можем ли мы что-то приготовить из наших черник, грибочков. Вот грибы, кстати. Грибы и черника. Но она из них ничего не делает. У нас моргает... А, нам нужна единица времени, чтобы из них что-то приготовить. Я понял. Так, ну в таком случае нам ничего больше не остается, как скипнуть день. Идем сюда, нажимаем на лампу. И, соответственно, у нас наступает следующий день. Наступает? Или не наступает? Игрушка странно оптимизирована. Как ты видишь, она иногда подлагивает. А, нет, я ничего не нажал, ничего, в смысле? Что? Ладно. Август, 20-е, понедельник. Привет, я уже встал. Молодец. Сегодня Лив возвращается. Можно будет поиграть с ней в обед? Это констатация факта, не вопрос. Приглашение на работу. Будем рады предложить вам работу на нашей фабрике. Можете приступать 21 августа в самое раннее удобное время. Самое раннее удобное — это несовместимые слова. Ну окей, нас взяли, это отлично. Берем газетку. Газетку потом вечерочком почитаем. А что там написано? Хорошие новости, мне дали работу на фабрике. Теперь у меня есть работа, и это здорово. Только вот придется оставлять тебя одного. Ну не придется, потому что у него там полдня, извините меня, школа. Плюс в школе можно оставить на продленку, чтобы он там делал домашнее задание и со своими одноклассниками общался, социализировался, так скажем. А там уже как бы день прошел, мы пришли, поели и легли спать.
Я скоро выйду на новую работу, смогу лучше нас обеспечивать. Вот, хорошие новости. Здорово. А когда мне дадут работу? Неизвестно. А тебе еще рано думать о работе, вот повзрослеешь, тогда и дадут. Работа — это обязанность взрослых, твоя главная забота сейчас — от души веселиться. Чтобы получить работу, сперва нужно выучиться. Ну, здесь как будто бы звучит так, что он, типа, ни хрена не умеет, слышь, ты вообще никто. Здесь у нас обязанность взрослых — от души веселиться, делать, что хочешь, вообще не думая о каких-либо заботах, и мы вырастем в итоге избалованного ребенка. А вот здесь... Ну, мы противоречим своим словам. Мы же вчера говорили, что, возможно, мы сможем продавать его рисунки, будем работать как команда. Здесь такого варианта вообще не наблюдается. Ну, давай, наверное, отметим первое. Но ведь я уже взрослый. Так нечестно. Звездец, обидели ребенка. Он есть хочет. Быстро есть, быстро садись. Давай кашу. Раз. Ням-ням. Два-с. Три-с. Все, теперь все нормально. Ням-ням, мы его накормили, у нас больше ничего ни хрена нет. Чем питается наша мать, для меня до сих пор вопрос и секрет. Он, в принципе, может походить пока что грязным, это не так важно. Важнее эту единицу потратить на поход в магазин, пока что не уверен. Мы с тобой там насобирали ягод. Давай из них что-нибудь... Или из грибочков. Из грибочков нормально сейчас будет? Пожарили, точнее, порезали, пожарили и сделали бутерброд из шампиньонов. Замечательно. Помнишь, я просил тебя заштопать мою старую одежду? Вещи хорошие, я их люблю, только вот дырки не нравятся. Их надо убрать. Так дырки — это модно сейчас, ты чё? Спасибо. Ну, я пошел. Создание. В свободное время вы можете создавать и чинить предметы, нажав на кухонный стол. Офигеть, сколько здесь всего есть. И у нас новые появились две ячейки времени. За это время, соответственно, мы можем с тобой сесть за стол, скрафтить спички из шишек, охренеть, вот оказывается, для чего это нужно. Можем заштопать, на это нужно две единицы. И мы выбираем новую одежду, соответственно, одежку. Какой тебе больше нравится комплект? Вот этот зелененький или вот этот? Ну, этот более такой, знаешь, праздничный. В клеточку, тут как бы его надеть. Можно и в школу, если его заштопать хорошо, как бы он будет выглядеть. Здесь такое более что-то домашнее, скорее. А так как мы вроде как скоро собираемся в школу, давай заштопаем лучше вот этот. Он мне нравится больше. Все! Ну, заплата, конечно, большая получилась, но ничего. Такс. И мы с тобой потратили все-таки одну единицу. Я до сих пор не понимаю, как это работает. С одной стороны, тут написано 0 из 1, а здесь 0 из 2. Мы с тобой заштопали. А, это типа мы еще не закончили. Ну, в целом, вот так вот как бы пойдет. Намного важнее, мне кажется, сейчас, может быть, в магазин сгонять. Давай посмотрим, что у нас здесь продается. Ух, нифига себе, ассортиментик-то пополнился. Это у нас набор для супа. Это вообще имба, надо брать. И стоит это всего 15. Так, берем. Это мы берем, я вот думаю, может еще каши купить. Странно, что мы не можем набор для каши купить, сварить там себе опять же кастрюлю и вообще не париться. Хотя, возможно, вот эта вот история, раз она такая дешевая, она типа, знаешь, как этот бич-пакет Ролтон. Сейчас испортим желудок нашему мальчику. Тоже неизвестно. Каша-то вроде пополезнее будет. Давай и каши возьмем. А еще, кстати, нужно будет сравнить, чем отличается каша от бутерброда, потому что если ничем, в плане пополнения вот этого нашего голода, то лучше брать кашу, она дешевле. Хорошо, все, 30 штучек закупаемся. Скоро выйдем на работу, и у нас остается еще одна единица, то есть поход в магазин у нас единицу не тратит. Это хорошо. Давай тогда в таком случае мы с тобой зашьем до конца наш школьный костюм. Все, заканчиваем. Идеально, рубашка. И там уже, как ты можешь видеть, без заплатки, очень красиво. Лиф такая забавная, вот уже вернулся, что ли? Так, нужно переодеться. А я для тебя рисунок припрятал, попробуй найти. Рисунок? Так, здесь мы с тобой выбираем, что мы едим, не едим. Так, давай шампиньонов забацаем. Смотрим, у него сейчас половина этих. Ну, будем называть это ХП. Ну... Блин, было бы здорово, если бы, конечно, побольше бы подросло. Но имеем, что имеем. Чавкает. Молодец. Молодец, молодец. Тебе нужно мыться. Тебе нужно мыться, но ты сказал про рисунок. Какой-то мне нужно найти рисунок. Немножечко тебя умоем. Окно у нас не открывается. Так, рисунок. Я не знаю, вот здесь много рисунков. Под кроватью ничего нет.
«Эй, пойдем играть!» «Я не хотел туда нажимать, нам нужно мыться, ты угораешь?» «Ну, звездец. Сейчас уже отказываться как бы нельзя. Я не знал, я искал рисунок, я увидел там что-то нарисовано, думаю, сейчас он такой, да, молодец, ты нашла мой рисунок. А тут, блин, еще одна мини-гейм. Можем поиграть в прятки. Ух ты, пойду прятаться, только ты прячься в доме, никуда не выбегай, само собой. А мы пока что поищем рисунки. Ну, в шкафу. Нет, он не в шкафу. Вот в эту, кстати, можно будет его переодеть, хотя он ее может испачкать до школы. Не, лучше оставим. У нас пока что есть красная рубашечка, в ней он тоже неплохо выглядит, поэтому... Так, а... А, так вот рисунок, лол. О, это так мило. Это мы, это наш сынишка, радуга и солнышко. Фотоальбом добавлено новое воспоминание. Отлично. Где его теперь найти? Может он... Здравствуйте. В смысле? Да, в смысле? Я нашел тебя, выходи. Так, а он не нажимается. Алло, я тебя нашел, так, с письмом. Пока что пускай там прячется, мы своими делами позанимаемся быстренько. Знаешь, типа, ищу, не могу найти, где ж ты там? Новости. Конфликт в небе над Кореей. Сегодня 17 американских истребителей F-86 сошлись в ожесточенном бою с почти 60 истребителями МиГ-коммунистов над Северной Кореей. Ага. Понятно. Так, фотоальбом мы можем обновить, поставим теперь рисуночек. Здесь у нас больше нечего смотреть. Рисуночек красиво висит. Так, слушай, нужно мыться. Иди сюда мыться. Как мне теперь его оттуда достать? Ну, опять же, возможно, реально стоит подождать какое-то время. Он сейчас сам оттуда выйдет и скажет, ну и чё вы мне не искали? Или, знаешь, может быть, мы сейчас подыгрываем, наоборот, ему, чтобы он такой, нифига себе, профессионал порядка, меня никто не может найти, я такой крутой. Но нам-то нужно мыться. Потому что он грязный, блин. А есть кто кашу будет, а каша стынет. А не хочешь каши навернуть? Так, тут мы уже сделать ничего, к сожалению, не можем. А зачем нам спички? Неясно. Но здесь у нас, смотри, 0-0. А, подожди, то есть если у нас 0 энергии, то мы не можем его достать из-за занавески, все? Игра сломана, игра, как говорится, не пройдена, а наоборот зафейлена. Да как его тут достать-то? Не отодвигается ни хрена. Я должен его оттуда доставать, как ты видишь, время, ну, не проходит, то есть это не фишка, это именно баг. Что все заново началось, музяка играет, но мы с тобой по факту сделать ничего не можем. Замечательная игра, мне все очень нравится. Так, я его даже мыть не могу. Что за бред? Короче, походу реально все навернулось. А вот это работает, кстати. И типа, это должно как бы... Из-за того, что я выхожу и снова захожу, это должно включаться. Но оно, как ты видишь, не работает. Соответственно, мне нужно перезайти в эту игру. И очень скоро мы с тобой вернемся. Короче, перезапустил я, значит, этот день. Вроде как все починилось. Мы теперь снова можем его кормить. А это значит, что раз каша, два бутерброд. У нас с тобой 120 монет. Это значит, что мы не купили все-таки тот наш суп. Соответственно, сейчас мы этим и займемся. Мы идем сюда, мы идем в магазин, покупаем для супа, покупаем одну кашу, 30 монетку у нас уходит. Мы возвращаемся домой и надо мыться, надо срочно мыться. Залезай в ванную, мы тебя немножечко так помоем. Помнишь, я просил тебя заштопать мою старую одежду? Точняк, одежда. Сейчас будет по второму кругу все это дело происходить, но ничего. Главное, что все починили, и в прятки в этот раз мы играть не будем, потому что они какие-то баганые. Вещи хорошие, я их люблю, только вот дырки не нравятся. Окей, я буду себя вести осторожно. Создание мы тоже знаем и помним. Мы идем сюда. Идем, соответственно, в нашу сюда кухню. Садимся и начинаем штопать вот этот замечательный костюмчик для школы. Раз. И сразу же два. Окей. Все, отлично. Привет, мы с Лив здорово провели время. Ну я тоже, в принципе, тут, знаешь, на хозяйстве так пофлексила. А я для тебя рисунок припрятал, пробуй найти. Вот рисунок мы нашли, вот он, отлично. Фотоальбом добавлено новое воспоминание, и теперь нужно снова кушать. Но, подожди, перед этим у нас есть 2 единицы, мы можем что-то приготовить. А именно супчик. Давай сразу бахнем целую кастрюлю, серьезно. Вот... Странно, да?
У нас с тобой целая кастрюля супа. Его должно хватить на неделю. Но здесь почему-то это работает только один раз. А мы с тобой шампиньоны все равно имеем два, а нашу эту ежевику-голубику только одну, поэтому готовим грибочки. Готовим грибочки. Ну, чтобы, знаешь, разнообразие было в меню. Здесь мы с тобой... Спать хочется, а есть? В смысле, а есть? Во, нормально, шует. Ну, кашу супом заедать не будем. Ладно, нормально. Мне как бы смущает то, что он очень быстро голодает. Еды у нас ни хрена нет. Сейчас мы, благо, устроимся на работу. У нас будут горы денег. Мы будем покупать 20 каш сразу. Окей. Все, ложись. Завтра утром я уже буду школьником. Молодец, 1 сентября. Я вот все думаю, каково это ходить в школу? Ну, сейчас узнаешь. Похоже, ты волнуешься. Тебе вообще хочется в школу? Тебе. Тебе там обязательно понравится. Главное, веди себя хорошо. Ты только не волнуйся, все у тебя получится. Не волнуйся, все будет хорошо, все у тебя получится. Ты молодец. Ты все правильно говоришь. Я буду стараться, обещаю. Конечно. Почитаешь мне сказку на ночь? Легко. Уже слишком поздно, тебе давно пора спать? Нет. Почему мы перестали ему читать сказки? Че за бред? Алло, это не я выбираю. Это потому, что у нас нету энергии, звездец. То есть я должен сохранять на ночь одну единицу. Давай, уже слишком поздно, да. Ну вот, тогда спокойной ночи, спокойной ночи. Спокойной ночи, мы с тобой идем сюда, читаем письмецо. И что? А, я не могу его читать, потому что энергии нет. Все, я понял. Тогда спим. Сохранение. И у нас наступает вторник, 21 августа. Сегодня важный день. Я пойду в школу. Теперь я совсем взрослый. Готов к важному дню? Волнуешься? Да-да, как же быстро летит время. Готов к важному... Волнуешься. Лучше все-таки волнуешься. Угу. Я так хотел скорее пойти в школу. Ну, сейчас пойдешь, нормально. Ой, чуть не забыл. Тебе же сегодня на работу. Может быть, скоро мы накопим денег на ранец? Буду носить в нем учебники. И вроде его даже можно купить в магазине. Посмотрим, но ты должен прилежно учиться. Я постараюсь его купить. Надо посмотреть, хватит ли нам денег. Отличная идея. Отличная идея. Здорово, мне купят ранец. Я сказала, что отличная идея, когда накопим денег. Они прям сразу все побежало. Так, надо его покормить. Раз. Ням-ням. И два. Кашу с супом, конечно, это звездец сочетание, я понимаю, но, извини меня, он идет в школу на целый день. Соответственно, нужно супчиком бахнуть. Вот другое дело. Ням. Конечно. И все, как бы, иди в школу. Как тебя отправить туда? А, письмо почитаем. Письмо почитаем, здесь какие-то новости у нас. Новости. Конфликт в небе над Кореей. А, это мы с тобой уже читали, окей. Про штурмовики мы читали. Я немного волнуюсь. Но это так все. Сможешь проводить меня в школу? Конечно, ты и пути-то особо, наверное, не знаешь. Прости, Клаус, но мне нельзя опаздывать. Это охренеть, какой сейчас фейл. Ты чё, дурочка? Из-за того, что я прочитал грёбаную газету, ты понимаешь, оно иногда обновляется. То есть я делаю какое-то задание, потом переходит следующая фаза дня, мне снова типа, держи две энергии. Откуда я знал, что мы сейчас сразу пойдем? Тем более ничего не происходило. Я должен был что-то сделать, чтобы он сказал какую-то реплику. Ну вот часть дороги вместе, как минимум, мы должны пройти. А так можно? Спасибо, ты лучше всех. Все нормально, везет. Поход в школу. Чтобы отправить Клауса в школу, выйти на улицу и нажмите на красное здание. Уроки заканчиваются в полдень. Полдень очень рано, нужно еще на продленку оставаться. Я рад, что мы вместе пошли. Полдень, нифига себе, мы работаем, скорее всего, до 5, до 6, а тут полдень. И полдня, считай, опять без нас. Ой, оказывается, школа такая большая. Будь сильным, никого не бойся, пусть все увидят, какой ты умный. А если вдруг тебя кто-то обидит, обязательно скажи об этом учителю, хорошо. Веди себя хорошо и будь вежливым, тебя обязательно все полюбят. Ну, будь сильным, никого не бойся, это такой себе совет. Типа, страха нет, все такое. Там, увидишь какого-нибудь громилу, буллера, так скажем, сразу ему вмажь. Не очень. Если кто-то обидит, сразу скажи об этом учителю хороший совет, чтобы не выпендривались. Ну, наверное, вот третье, что-то такое нейтральное, знаешь. Я буду хорошо себя вести. Пока. Давай. Так, а мы тем временем должны идти на работу, получается. Как идти на работу? Вот это работа наша. Ну, похоже на то, похоже на работу, но... А, вот наша работа, окей. Ну да, смотри, дорога как раз-таки по пути.
И наша работа две ячеечки съедает. Либо домой, либо задержаться. Ни хрена себе, а зачем задерживаться-то? Хотя первый день... Нет, с другой стороны, 1 сентября, нужно у него расспросить, как он что-то там прошло с ребятами, пообщался, учителя нормально, ненормально. Домой. Идем домой. Во! Ну ни хрена себе, свинота опять же. Я дома. Как прошел первый день, ты хорошо себя вел? Клаус, что стряслось? Что стряслось, блин? Школа странное место. Там все недобрые. Да в смысле? Я пытался подружиться с ребятами. Вообще, вот опять же, как мне кажется, учитель должен следить, хороший учитель, да, за тем, чтобы ребята там, первоклашки, друг с другом дружили, никто не обзывался, не дрался, потому что разные бывают семьи, из разных семей попадают дети в один класс. И если, типа, его все обижают, бьют, пинают, у него грязь, все недобрые, то это проблема учителя. Нужно идти с учителем разговаривать, если учитель... то идти к директору, что как бы ни хрена себе, моего ребенка обижают, какого хрена. Но они просто глазели на меня и молчали. Ты ничего плохого не сделал, им просто нужно получше узнать тебя, бедняжка, ты не пробовал с ними поговорить? Чего? Да что за дети такие? Вот я бы вот так отреагировал, что за хрень вообще происходит-то? Но это может его отпугнуть. Типа, мы должны показать наоборот, что как бы такое бывает. Все в порядке, ну, не все в порядке, конечно, но эта ситуация имеет логичное решение. Соответственно, либо можно поговорить, ну, лучше узнать тебя, такое себе, если они сразу на него как-то негативно настроились, то ничего особо не поможет, скорее всего. Давай пожалеем, бедняжка, и пробовал ли ты с ним поговорить? Нет, я сильно нервничал, так надо было поговорить, ты что? Видно было, что они сердятся, и я испугался. Зачем было врать, что все будет нормально? Теперь я виновата. Не стоит обращать на них внимание. Если они будут и дальше плохо к тебе относиться, обязательно рассказывай мне. Думаю, они изменят свое отношение, когда познакомятся с тобой поближе. Вот это, кстати, сейчас сложный выбор. Я хочу и то, и то, и то. Я хочу вот все эти три реплики в одну совместить и ему выдать. Потому что это база. С одной стороны, не нужно обращать внимание, с другой стороны, нужно все рассказывать родителям, как я уже говорил. Так еще и нужно, ну, побольше пообщаться, как первый день, мало ли что-то там сказанул. Ну вот, выбирая, конечно, из трех. Давай выберем первое, что, типа, дело не в нем, а в том, что просто они мало его знают. Может быть. А может, это я чем-то их обидел? Может. Я постараюсь все исправить. Молодец, хороший сын. Так, мы идем есть. Мы идем... А у нас только шампиньоны. И вот сейчас я не должен больше ничего делать. Я сейчас помогу ему с уроками, потому что у меня есть на это время. А на сказку времени не будет. Вдруг завтра учитель меня спросит. Конечно, уроки надо делать. Ты что? Конечно, помогу, не переживай за урок. Сегодня же только первый день, у меня нет на это времени. Конечно, помогу. Спасибо. Учебник у меня в комнате. Можно начинать? Ляд такой грязный, конечно. У Лини и Пера по яблоку. Если Лин отдаст Перу яблоко, сколько яблок будет у Пера? У Пера будет 2 яблока, у Пера будет 3 яблока. Вообще-то у меня на это нет времени. Я прослушал условия. А, у них по яблоку. Значит, у Пера будет 2 яблока. Ага, я так и думал, конечно. Так, теперь следующая задачка. Сейчас вот вдумываемся. Если тут реально нужно прям мозги подключать, то нужно сосредоточиться. Если после этого Пер съест одно из яблок, сколько яблок у него останется? Одно. Ага. И последняя задачка. Если мама Пера принесет еще 4 яблока и попросит Пера и Лин раздавить все яблоки поровну. Так, останется одно, принесет 4, будет 5. И разделит поровну, то будет 10. Сколько яблок Пер должен будет отдать Лин? Что? Они неправильно делают, они должны всю загадку вот так вот сюда выносить с вопросом и предлагать варианты. Я уже забыл, что там было. Было одно яблоко, потом сказали, если принесет 4 и раздавит поровну, то сколько яблок должен отдать Лин? Чего? А, ну 2,5 получается. Итого 5? Все, я не так понял. Да, да. Разве? У Пера ведь было до этого 2 яблока. Пусть даже он съел одно. Так он же съел, значит осталось-то одно.
Тогда не получится поровну, будет нечестно. Спасибо за помощь. В смысле, я что-то неправильно ответил? Почему? Одно. Четыре принесли, итого пять. Чтобы 5 разделить поровну, это будет 2,5 яблока. Что ты гонишь? Первый день в школе, мать уже образование высшее имеет. Ты давай это, не сомневайся в моих знаниях. Так, нужно читать сказку ему, да? Ну какая сказка, если он чумазый, грязный, в школу придет, скажет, ну что, вообще, что ли, за ним не следить? Надо помыться. Я сегодня жутко устал. Короче, я понял, все. Когда наступает следующая фаза сна, мы с тобой можем либо это потратить на чтение газет и узнать какие-то новости, либо почитать ему сказку. Полезнее, безусловно, газеты, но так как у него первый день, стресс, нужно читать сказки 100%. Всю неделю бы спал. Так, идем спать. Идем спать, ложись. Устал, конечно, день насыщенный, лучше лечь пораньше. Лечь. Не пойму, нравится мне школа или нет. Это со временем все осознавание придет. Да и учительница, госпожа Хансен, какая-то злая. Ты будешь прилежно учиться и заслужишь их уважение. Взрослеть не просто, нужно уметь справляться с проблемами. Вот видишь, все наладится. Вот видишь, все наладится. Я не знаю. Опять же, заслуживать что-то уважение нахрен оно надо, типа, будь выше. Если ты не заслужил чего-то уважения, да и пошли они нахрен, типа. Главное, чтобы вот у тебя все наладилось, конкретно у него. Но с другой стороны, если он драчун, матерится, ругается, всех пинает, то как бы все наладится. Нет. Нужно быть хорошим, прилежным учеником, выполнять домашние задания, ходить в школу и со всеми общаться нормально, адекватно, дружить. И вот этот совет, наверное, перед сном, он такой очень даже хороший. Что да, взрослеть не просто, нужно уметь справляться с проблемами. Но как будто, знаешь, типа ты сам с ними справляйся, а я тебе как бы никакой поддержки не окажу, поэтому все наладится. Лучше так. Наверное. А вообще я в школу хожу, чтобы учиться. Молодец, но еще нужно там девочек за косички дергать, общаться, кушать как-никак. На физру ходить, как бы мускулатуру иметь, естественно. Это все в совокупности дает школа. И пока я не думаю сдаваться. Можешь почитать мне сказку? Конечно. Конечно. Впервые за 3 дня у нас есть энергия, чтобы почитать сказку. Как здорово, спасибо. Читаем. Раз. Кораблик. У нас до этого были рыцари, сейчас кораблики. Кораблик 2. И кораблик 3. Отлично. Все, спим. Нажимаем на лампу. И у нас наступает следующий день, а именно 22 августа, среда. Нам скоро раздадут оставшиеся учебники, но их уже будут раздавать в следующей серии. Но если вам понравилось это видео, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать все уведомления, чтобы быть в курсе выхода новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания. Ну а с вами был ваш Дакстер, всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ведь это так просто сделать. Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну что тебе стоит это, ну? Эй, братан, подпишись на мой канал. Ну а также поставь свой палец вверх. Эй, братан, подпишись на мой канал. И огромное спасибо тебе за просмотр.